Поохотились под водой. В Радужном прошел ежегодный чемпионат области по подводной стрельбе. Соревнования проходят регулярно с 2008 года по инициативе областной федерации подводного спорта. Участвовать в них могут спортсмены и любители не моложе 18 лет. Приходят они со своим гидрокостюмом, ластами, маской и подводным ружьем. Меткость предлагается проверить в двух дисциплинах. Сначала в стрельбе по статичным мишеням. Лучшие стрелки переходят к самому интересному – к поражению движущихся мишеней. В советские времена существовала у нас дисциплина стрельба по движущейся цели, но немножко другого вида. Там мишень двигалась сверху вниз под действием силы тяжести. У нас же мишень пересекает весь бассейн в разных направлениях. Мишень – это имитация рыбы, сделанная из пенопласта, разбитая на зоны разного достоинства. Участники делают по 3 выстрела. Помимо призов и медалей, участники подводной охоты могут повысить свои спортивные разряды. Также на данных соревнованиях идет отбор в сборной области. Перед победителями открывается перспектива участия во всероссийских и международных стартах. Кстати, в следующем году в нашей области планируется проведение этапа Кубка России по подводной охоте. Не обходится на подводных соревнованиях и без забавных ситуаций. На память приходит несколько лет назад в Центральном городском бассейне. У нас мишени были закреплены блинами от штанги на дне, чтобы не всплывали. И один из участников, поразив мишень, у него гарпун зацепился за веревку, держащую мишень, и он потянул за собой этот 10-килограммовый блин по дну бассейна.